Всем приветики. Купили мы на Вайлдберрисе для нашей кошки такую вот лежанку. Лежанка для кошки. Почему именно для кошки? Кот не будет лежать, что ли? Вот. В таком пакетике она пришла. Тут, правда, где-то даже в пакетике дырочка была, я видел. Лежаночка. О, она вообще, она очень мягкая. И без пакетика выглядит намного приятнее. И вот этот ворс на ощупь, он очень мягкий. Вот как, если у кого-то есть плед, вот на ощупь как плед, такой мягенький. Интересно, а запах? Не, запаха особо нет. Ну, чем-то пахнет, но не сильно. Так, а это, наверное, обратная сторона? Тут же должна как-то кошка ложиться, типа. Это же должно быть внутри, по-моему, не? То есть кошка должна лежать вот так. Это на шапку похоже, реально. Я могу сейчас на голову эту штуку одеть. Ну, как будто бы шапка реально, здесь такая голова. Но она большая для головы будет. Это получается 50... Вот это 50 сантиметров, а это 25. Мне кажется, для кошки маловато, наверное, будет. Она такая здоровая у нас. Мне кажется, ей 60 надо. Ну, ладно. Просто 60 она будет тогда на 10 самое больше. То есть вот такая. Так она вроде и здоровая будет. Она это вроде не маленькая. Ну, вот так, такая штучка сзади. Вот она. Здесь еще такие пупырышки, чтобы она типа... не скользила. Вот. А снутри здесь... Ну, оно здесь все, короче, сшито. Ой. Вот. Таким вот образом. Ну, вот такая штука. Типа она внутрь ложится. Это мягкое, это мягкое. Она здесь либо клубочком сворачивается, либо прям на этом лежит. Вот. Но хотя оно все такое мягкое, в принципе. Оно может быть... на одном уровне, просто что здесь небольшая ямка. Вот, но осталось только занести кошке, показать, как она на это отреагирует. Посмотреть ее реакцию. Она же никогда еще на таком не лежала. Поэтому идем к кошке. До кошки мы еще не дошли. Я решил у себя на кресле посмотреть. Кошка не у меня, у мамы. И в целом на кресле смотрится вот так. Оно как раз на все кресло. То есть 50 см это как раз все кресло. 60 оно бы уже не влазило. Оно было бы вот такое. Ну и вот здесь такое углубление. Тут она лежит, типа. А здесь у нее типа такие... На что можно положить голову. Здесь типа она сама, а здесь голова. Ну и вот оно так вот. Как раз на уровне ручек. То есть довольно-таки высокая. И всю площадь кресла занимает. Ну и там видно такое углубление. Эй, ты видишь, да? Это кто? Кто это в такой модной шапке стоит? А? Кто это в модной шапке стоит? Это кто? А это я. Это я в такой модной шапке. Ты понял, да? Давай. А вот как тебе? Как тебе? Посмотри. Ой, какая тесная. Мягенькая, да? Ой, я думала, она будет... Ну да, мягенькая. Мягенькая. Бортики такие, ну да. Ей, наверное, даже не знаю, мало будет или... Ну давай попробуем. Что, ей на балкон занести? Не, сюда ей показывать. Не, на балкон занести. Ну, пошли тогда на балкон.
Не, пускай сама, сама. Ну, она не понимает, для чего это ей поставили. Ласка. Ласка. Любопытство должно взять вверх, правильно? Это ж коты. Хопа, что это? Сейчас пойдет смотреть. Ее больше волнует, что дверь закрыта, да? Открыта, и что? И что, ласка? Теперь туда надо. Но она сейчас вернется. Прогнали кота. Возвращается. Ну ты напухала, она должна сама. Сама должна убедиться, что это такое ласка. Ласка. Не понимает, для чего это. Она еще любит, когда ей хвостик держит. И она тогда увереннее рвет. Когда она на спине катается, тогда ее надо за хвостиком держать. Ласка. Надо посадить и показать, для чего это. Ласка, ласка. Она не понимает, что это. Ласка. На солнышко лучше ей. Сейчас она ляжет на солнышко. Ласка. Боится. Ой, боится, боится, боится. Все, он боится. Боится. И как она будет лежать? Да я не знаю. Все, она там легла. Да. А вот так. А вот так. А вот так. Не мучай кота. Что ты вот делаешь? Вот так. Бочком. Вот так, бочком. Ласка, сейчас убежит. Ей не нравится. Лас, лас, мягенько тут. Хорошо, мягенько. Чего мы боимся? Лежи. Что-то новое страшное. Ну. Сама должна привыкнуть. Хорошо. Все, пускай лежит. Ну, сейчас убежишь, что я не слышу, как она мылится уже. Ой, ласка. Не, ну вообще по размеру подходит, да? Да. И бортики такие. Если она кружочком будет спать, ей будет здесь хорошо, удобно. Вот 50 на 50. 40 было бы мало, 60 это много. Вот даже на стула положить. Вот так вот. Будет удобненько. Ну, я ей на ночь положу в кресло. Пусть она там, где спит сейчас, чтобы привыкала к этой подушечке. Что в ней надо спать, а ничего другого делать. Да, ласка, смотри, что это такое. Это твое самое место. Только лежаночка другая. Мягенькая, с бортиками. Можно голову так положить. Вот так вот, как ты любишь. Голову положить. Так лежать можно. И хвост даже он с другой стороны. Ой, хорошая лежаночка, мягенькая. Красота, ласка. А ты ее не гладь по ушам. Она вот такой вот гладить, чтоб уши не ломать. Привыкнет, уже привыкнет. Все, будет лежать, да. Может, ее надо было чем-то почистить, не? Зачем? Она же чистая, новая. Не знаю. Ой, хорошо. Может, на полу не захотела, а вот тут более понятно, и что тут надо спать. Вот так-то, ласка. Ой, так мягенько, да. Ой, хорошо, как ласа. Ой, какая красота тут. Да, ну все привыкла, да? Ну, не знаю. Все красота, мягенько тут. Уже распласталась. Ласка.
Ложись, сласка. Ложись. Я еще не умылась. Надо же чистенько спать. Будет умываться. Полчаса. Все, спать будет. Да. Ты рада? Как раз по размеру та самая ласка, да? Все. Будет спать ласка. Намоется и будет спадки. Да? Вот так-то. Все. Что, уместилось? Так. Ваши комментарии. Как вам нравится? Все привыкло, да? Все, ласочка, привыкла. Ну, в общем, такая вот лежаночка. Как вы могли видеть, вначале кошка не хотела там лежать, пыталась убегать, убегала. Но в итоге, в конце она там уже лежит, моется и спит. Все дело в том, что изначально кошка, ну, котик, кошка, кот боится новой вещи, и ему для начала нужно ее обнюхать, потрогать, привыкнуть к ней. Поэтому это нормально, что он сразу туда не ложится. Если вдруг вы тоже купите лежанку коту, не рассчитывайте, что он сразу туда ляжет и будет там лежать. Такое, конечно, может быть, но это очень маловероятно. Вот. Так что ему надо время, чтобы привыкнуть. Так и наша кошечка, она не хотела туда ложиться. Ну а вечером, когда она уже сидела сонная, и на ее любимом креслице лежал не ее любимый пледик, а лежаночка. И когда мы ее туда посадили, она поняла, что здесь надо спать. Просто на этом креслице она обычно спит, лежа на пледике. Но там лежала лежаночка, и она не хотела в нее садиться, боялась, видимо. Вот. Но когда мы ее туда посадили, она все-таки, ну, это уже и было в конце видео, она начала мыться и улеглась. Поняла, видимо, что раз в ее любимом месте, в ее время, когда она ложится спать, лежит такая вот лежаночка, то значит, это новое место для того, чтобы отдыхать. Хотя тот же пледик, на котором она всегда спит, она его тоже изначально боялась. Когда мы его купили и показали его кошке, она от него аж отпрыгнула, потому что он весь такой мягкий, как живой кто-то, как будто кот настоящий. И мы когда дали ей его потрогать, мы тоже положили пледик, посадили кота на пледика, и кошка, она аж отпрыгнула, подумала, что это кто-то живой. Но потом она привыкла и все время спала на пледике. Мы убирали с дивана пледик, ложили его на креслице
и кошка там спала. А теперь, когда там не было пледика, была лежанка, а она сидела сонная, плюс время, в которое она ложится спать, мы ее туда посадили, и все, и она начала мыться и улеглась. И потом еще долго там спала. Просто обычно утром мы пледик забираем оттуда и накрываем им диван. И кошка, получается, не может там продолжить спать. А на лежанке может, и она продолжила, так что все нормально. Кошка в итоге приняла эту лежаночку, просто сразу боялась. Так что такая вот покупочка для кошки. А мы просто изначально переживали, думали, а что если она не будет там лежать, куда ее девать потом? Но в итоге все нормально, все хорошо. Так что если и вы, допустим, тоже купите кошке лежанку, то не переживайте, просто кошке нужно с ней познакомиться. Ну и положите эту лежанку нужно туда, где котик обычно спит. И в то время, когда котик ложится спать, просто посадите его туда. Если не сработает с первого раза, ну, следующий день попробуйте. И когда-нибудь котик привыкнет. Так что все нормально. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.